Из года в год, в первый день весны, люди нашей республики в знак любви и уважения друг к другу дарят маленькие украшения, состоящие из белого и красного цветков. В память о народном названии месяца марта это украшение стало называться «Марсишор». Этот древний обычай стал прекрасным поводом для рождения нашего традиционного международного музыкального фестиваля. Здравствуйте и добро пожаловать! A devenit o tradiție ca în fiecare an, în perioada 1-10 martie, în Republica Moldova să se desfășoare Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor. Anul acesta suntem la ediția a 48-a.
серьезная. Судья Монмонго,
Thank you.
Thank you.
Thank you.